Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Сегодня 9 мая, Парк Победы. Я вижу, вы пришли с внуком, да, и с фотографией. Видимо, это фотография или вашего отца, или вашего деда. Представьтесь, пожалуйста. У нас три Григория Кадаряна. Вот это старший Григорий Кадарян, который воевал. Я следующий Григорий Кадарян. И вот у нас третий Григорий Кадарян. Три поколения пришли почтить память. Да. Да, всех наших солдат, которые отдали свои жизни, чтобы мы жили бы в свободной стране, без фашизма. Без фашизма, без, ну, под мирным небом. И это приоритет, то, что каждый должен иметь в своем сердце. Историю хранить своих предков. Расскажите, пожалуйста, про вашего Григория Кадаряна. Мой там дедушка, вот видите, на этой фотографии он еще рядовой, он таким ушел служить, защищать родину, а таким он уже закончил войну. В 45-м году он был комендантом города Рустави, и среди пленных оказался человек, который очень хорошо умел рисовать. И вот он цветными карандашами нарисовал моего дедушку. Будучи в плену, пленный немец нарисовал вашего дедушку. Вот. Так что мы гордимся и нашими предками, и наше будущее поколение, которых с малых лет воспитывают патриотизм. Да, мой хороший Григорь, золото наше, молодец, пришел почтить память. Я хочу отметить также, что мы 9 мая всегда праздновали освобождение Шуши. И я хочу отметить также всех героев, которые в этом участвовали, да не только в Шушинском бою, а в освобождении нашего родного Карабаха. Так что вспомним и их, и будем вспоминать всегда, и надеюсь, что когда-нибудь Шуши также опять же станет армянским, и Карабах будет дышать свободно от всех посягательств. Абсолютно всем с вами. Всем мирное небо, всем здоровья, особенно ветеранам. Правильно. Которые живы, и вечная память павшим. Да. Армяне говорили «Ератон», отмечали вот под именем Ератон, то есть сразу три победы. То есть образование армии арцахской, победа в Шуши над турками и победа в Великой Отечественной войне. То есть все эти победы мы сегодня и празднуем, и чествуем, и наши цветы сегодня мы возложим в памяти неизвестного солдата, именно учитывая все три эти победы. Спасибо вам большое. До свидания.